Ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну что, пробуем? Ну и что, как? Пока не знаю. Давай, ты пробуй первая. Погнали. Ничего не изменилось? В смысле? Поебанный рот. А нахуй перезапустили тогда? Что-то странное, не могу понять. Да я буду. Кисло-сладкий соус. Лучка, да? Ну? Нормально. Я бы даже сказал прикольно, да, еще? Короче, это получается, ребятки, рисовая лепешка сверху, вместе с яичком прожарена. Внутри курица и лук. И это я вам скажу охуенно. Вкусно. Да. В конце вкусно, да. Угу. Погнали. Погнали. Посмотрим, что там за игры. А вот это что, чебуреки? Что это такое? Это зюнчай. Вот это что такое? И мясо. Вот. Стоп, стоп! Да смотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Вот эта зеленюшка, которая с пельменем обычно. Стой, а вот это типа большой пельмень? Чебурек, да. Ебать, серьезно? Да. Пельмень с размером съебало с мое? И фунчоза там. Ну а мясного тут ничего нету? Вот я. Это с мясом. А, нет, все, я понял. Блять, вы же видели? Огромный какой. Ну что, будешь мозги? Нет, спасибо. А, спроси у нее, почему она в школе не учит английский. Она сейчас съебалась. Я спрашиваю, do you study English in the school? Она говорит, нет. Она математику не выучила в школе. Причем так, нахуя ты начинаешь на девочку? Ну не знала она, что если дать 21, блять, то минус 16 будет 5. Ну она еще в таких тонкостях не понимает. Причем тут не учила математику? Вообще нихуя не учат тут, блядь. Хуйня ебаная, блядь. Вот раньше при Януковиче, ебать, было по-другому, блядь. При Януковиче в Китае учили математику. Учили английский, блядь. Так, а куда я несу мозги, блядь? При Якубовиче. Да похуй при ком. При обоих них. А это разве не одно и то же, блядь? А, нет, стоп. Янукович — это президент был. А Якубович — это вращайте барабан. Я показать типа, который сыт. Тупо между машин. Салам алейкум. Салам алейкум, ребят. Так, блядь. Все, короче, давай я буду пробовать его. Я устал от этой хуйни. Я устал, что я постоянно хожу, блядь, и не... Давай, на, погнали. Ну что, готовы? Подожди, подожди. Я должна это четко все снять. А что-то еще раз смотрим. Вот мозг. А? Пуши. Что это такое? Чунао. Чунао. Фу. Итак, мозг. Ну как, спрашиваю. Все собрались, смотрят, как Саша ест мозг. Сейчас блевану, говорят. Ты продолжаешь его есть? Ну, мне надо весь есть. Или... Нет! Все, сделал, съел, мужик. Да. Красава? Красава. А можешь теперь выплевывать? Не-не. Реально отвратно? Пизда. Расскажи как. На, запей сладенького. Я тебе сейчас расскажу как. Вот смотри, как знаешь что? Как вот желе, смешанное с воском свечи. Что? Да. Вроде оно и желатиновое такое, а вроде и воск свечи, блядь, оно тянет. И как еще а по вкусу, такой, вот да? Сейчас тебе, я не знаю, оно ни на что не похоже, блядь. Фу, сука. Ну я даже за деньги такое не поем. Фу, блядь. Вот это вообще. Да не, я вот соком запил. Фу, вот это мне подхуёвило, блядь. Реально? Ну такое ощущение, что, блядь, аж под... Гадкие. Ну как рыгану, блядь. Если завтра не будет стрима, знайте, что это вы наебулились со своим мозгом. Ешь, ешь, блядь, все нормально. Нихуя нормального нету. Так, это что? Это бараньи ноги. Бараньи ноги. Охуенно. Хвостики раков, да? Клешни крабов. Кальмары. Алло. Алло.
Что говорит? Алло. Они тоже на прямой трансляции. А, вы тоже на прямой трансляции? Давай тогда и я тебя буду снимать. Yes, come on, baby. И тебя буду снимать. Yes, come on, everybody. Yes, come on, baby. No. Come on, everybody. 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 Yes. Yes. Двигай жопой, суки, блядь. Yes, come on, baby. Yes. Okay. Nice to meet you. Hello. Я правильно понимаю, это огурец в сиропе? Да. Да? Да. Клубника есть? Цауми. О, йо, цауми. Чига. Ага. Заплати, пожалуйста, у меня стрим. Серьезно? У тебя нету 10 юаней? Зачем ты... Скажи, 5 юаней, да, все. Дай пятерку, все, скажи. Вот она, пятерка. Не надо. Все, все. Все. Так, клубника. Клубника в карамели. А ну, давай, снимай. Сейчас будем пробовать клубнику в карамели. Алло. Эту бумагу можно есть, кстати. Серьезно? Да. Ты ж пиздишь меня. Клянусь. Я тебе клянусь. Нахуй я жру пакет стою. Она съедобная, Саша. Съедобный пакет. Это не пакет. Вкусно хоть. Пизда. Пакет охуительный, ребят. Сейчас же пиздуйте в АТБ, возьмите пакеты и жрите, блядь. Потрясающе, блядь. А, Хай. Пакеты, братва, просто разъебалово. Уменьши джунгуэ. Уменьши синьчангуэ. Ага, миши. Я так поверила, она такая, он подумал, что ты иностранец. Вы прикиньте. Он подходит, говорит, where are you from? Я говорю, я китаец. Я с севера, с Синьцзяна. Она, извините, он подумал, что вы иностранец. Ебать! Ну что, ребят, пакетом, как говорится, закусили, блядь. Пакет охуенный. А, не, мать, даже не заманивай меня. Где? Он платно работает. Блядь, кайф. Ебать, до слез просто. До слез. А, сука, до слез. Сильно. А я буду свою тогда. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил, кольцо с бриллиантом мне муж купил. Охуеть, сильно. Компа. Вы прикиньте, вот ты сидишь, бухаешь за столиком, подсаживается тип, говорит, 20 юаней, я спою. Да нахуй оно мне, блядь, обосралось, чтоб подсел дед, блядь, который афган прошел, и достал гитару и... Сердце ноет, сердце просится домой, домой сейчас. Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязнет драками. Домой, пора домой. Я рот ебал, мне от мозга хуёво до сих пор. Так, мы уже брали арбуз, спасибо. Спасибо огромное. Все, да, посмотрели? Вроде да. Нихуя, тут еще и рынок. Прикинь. О, давай... Давай шляпку тебе, вот эту кепочку. Давай. Примерь. Примерь просто, да. Примерь. По-моему, за... Ебать, мать. Подожди. Сейчас заколку сниму. А ну, сними, пожалуйста. Померяй. Вязаная кепка. Ебаная шея. Да как же ты красива. Как же ты красива. Что? В смысле драть ночью в кепке? Пиздец. Ребят, извините, да на нее что-то нашло, блядь, она что-то съела, видать. Извини. Либо отравилась, либо хуйня. Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока.